Ну а сейчас пришло время все-таки поговорить о героях, о том, какими героями принято играть, на каких шаблонах и особенностях той или иной случайной карты, под какие расы какие герои больше подходят. На экране вы увидите, какие вероятности выпадения тех или иных навыков у разных героев. И таким образом вы сможете, в зависимости от того, по каким вы правилам играете, на бедном, среднем по богатости или богатом шаблоне, вы можете подобрать, нужный вам класс героя для раскачки его как главного героя. Если вы по какой-то причине потеряли своего главного или просто важного героя, то тут еще необходимо знать, в каком городе, в какой таверне вероятность выпадения этого героя выше. В основном герои, которого вы потеряли, чаще заходят в тех городах, к которым они относятся, плюс добрые герои в добрых городах чаще заходят, злые в злых, нейтральные в нейтральных, плюс там есть разные варианты. В общем, вам все видно на экране. Поэтому, если у вас будет достаточно золота и вы будете знать эти особенности, вероятность того, что вы найдете нужного вам героя, будет выше, если вы будете покупать из тех таверн, где вероятность выше. Конечно, вероятность не на очень много вырастает, буквально там на единичку, но она все равно выше. И иногда эта единичка может очень сильно решить и вернуть вас в игру.